Открывается страница, что нас ждет на этот раз. В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ. Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Трудно в это поверить, но есть еще в наше время люди, которые не знают, что такое пост. И чего только они не напридумывают, чего только не наговорят. Вот и в нашей сегодняшней истории встречается одна такая соседушка. Впрочем, давайте-ка я вам лучше эту историю прочту, и вы сами все увидите. Называется эта история «Соседки». Жила-была одна женщина. И был у нее сын, второклассник. Ну надо же, не отстиралась. Вторая рубашка за неделю. Ну что ты с ним будешь делать, а? Ну когда же он научится хоть немножко быть поаккуратнее? Ну второклассник все-таки. Ну вот на тебе, то штаны разорвал, то теперь рубашка. Ну просто сил моих больше нет, а? Ну ладно. Вот он придет, я с ним поговорю. Вот я с ним поговорю. Открыто. Здравствуй, соседушка. Гладишь? Здравствуй, Люсь, здравствуй. Я-то глажу, а ты как, по делу пришла или так поговорить? По делу, я поговорить хотела. Ну, ясно, ну давай садись тогда, рассказывай, а я похлопочу. Ну, что молчишь, Люсь? Да я тебе один серьезный вопрос хочу задать. А? Только ты, знаешь, не обижайся. Ну, задавай. А ты пост постишься? Чего? Пост постишься. Ты чего? Ты еле и говоришь. Ты говори нормально. Ну, я спрашиваю, ты в пост постишься? Что за вопрос? Само собой. Тут я смотрю, ты такая мрачная. Люсь, да вот ты, если... Да я понимаю, если меня посадить на сухари, вот, я вообще на всех бросалась бы, наверное. А ты еще ничего, молодец, еще держишься. Да какие сухари? Ну, какая вода? Ну, что ты говоришь такое, а? Черные сухари. Ты же скажи, что в пост можно есть жареную картошку с грибами. Люся, да ешь себе на здоровье, ну. Это, а макароны с кетчупом? Да пожалуйста. А фрукты, овощи, это, булочки, там чай? Да хоть все сразу, Люся. А бутерброд с маслом, с сыром? Можно. Так, а... Ну, без масла и без сыра. Так, нормально. Смотри, нельзя есть молочного и мясного. А так ты лучше сама сходи к батюшке Фрам, попроси у него благословения на пост. Он тебе сам все расскажет. Ну вот ты мне скажи, ну а чего вот самого главного нельзя, а? Люся, грешить нельзя. В пост нужно свою душу от грехов покаянием очистить, добрыми делами ее порадовать и с чистой душой Богу помолиться. Ты знаешь, сухари, вода, все это ерунда? Да, конечно, ерунда. А ты меня не обманываешь? Нет, не обманываю. Ну а чё ж ты тут такая мрачная? Если все не так страшно, даже наоборот. Так я же не из-за поста. Ну вот ты посмотри, вот вторая рубашка за неделю. Вот что ты хочешь, то и делай, а? Чё это так? И не отстирывается. Да ты что, да это ерунда. Да у меня такое средство дома есть, я тебе вмиг отстираю. Завтра принесу вообще как новенькое. Спасибо тебе, Люся. Кстати, я тебя еще хотела спросить. А вот унывать-то в пост из-за всякой чепухи разве можно? А? Нельзя. Спасибо тебе, Люся. Ой, это Люся, а? Вот соседушка, а? Вот так, дорогие мои. Но если говорить серьезно, мы-то с вами должны помнить, что главное в пост. Что? Ну, вспоминайте, вспоминайте. Правильно, молодцы. Конечно же, главное научиться воздерживаться. Это касается не только еды. Воздерживаться надо от грехов, от плохих поступков, от лени, от недобрых слов и даже от недобрых мыслей. Одним словом, от всего, что нам с вами мешает быть по-настоящему добрыми и хорошими, такими, какими нас и создал Господь. Ну а теперь нам пора прощаться, дорогие друзья. До новых встреч и храни вас Господь.